По объему реализованных средств, по масштабности и эффективности проект города Уварова стал лучшим из представленных презентаций на суд конкурсной комиссии. Члены комиссии были удивлены тому, какого экономического эффекта мы достигли, раз. Второе, сколько средств было привлечено от частных инвесторов, два. И самое главное, третье, какое количество средств было привлечено от населения. Это в рамках тех проектов, когда мы переводили дома на индивидуальное газовое отопление. Ну и, естественно, мы рассказывали о нашей работе, как убеждали жителей, как говорили о результатах. Положительным опытом жилищно-коммунальной отрасли города, который стал двигателем всей жизнеобеспечивающей сферы муниципального образования, поделился с коллегами Юрий Кудрявцев. Основной и самый, так сказать, главный результат, для чего мы работаем, это нам в прошлом году удалось достичь снижения тарифа на отопление. При общем росте цен на газ, на электроэнергию и на все материалы, нам вот единственной области удалось добиться снижения тарифа. Второе, конечно, снизилось количество потерь. Это естественно, потому что мы вывели из работы вот все основные магистральные трубопроводы, которые самое большое количество потерь. Вот. Ну и повысилась оперативность, то есть качество предоставления услуги. 165 миллионов рублей. Такова цена проведения полномасштабных мероприятий по изменению схемы теплоснабжения в городе Уварово с 2006 по 2013 годы. Привлечение таких средств из внебюджетных источников стало возможным благодаря огромным усилиям уваровского руководства по включению города в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация данного проекта прошла в несколько этапов. Первый – это микрорайон сахарного завода, где переход на индивидуальное отопление и строительство двух котельных. Второй этап – это отключение улицы Южной. Там дома многоквартирные, пришлось строить новую котельную дополнительную и то же самое малоэтажные дома переводить на индивидуальное газовое отопление. Третий этап – это микрорайон Молодежный. Там дома, вы знаете, пятиэтажная застройка основной, поэтому пришлось строить новую котельную и три дома малоэтажной этажности перевести на индивидуальное газовое отопление. И четвертый, последний этап – это строительство двух котельных. Номер один в районе больницы первого микрорайона и котельный номер два, который за ДК «Дружбы», за хоккейной коробкой. Многолетние труды не прошли даром. В разы сократились теплопотери и износ сетей. Повысилась энергоэффективность. Значительно возросло качество предоставляемых населению услуг. Впервые стабилизировался тариф на теплоснабжение. Рост не превышает инфляцию. Наш проект в этом конкурсе занял первое место, что опять же для нас очень похвально. Мы теперь выходим на всероссийский уровень. И я очень надеюсь, что наш проект будет как раз именно показателем того, что органы власти могут работать и должны работать в данном направлении, чтобы все-таки тарифная политика у нас как-то стабилизировалась в стране, потому что это главный, наверное, индикатор удовлетворенности населения жилищно-коммунальной сферой. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова, «Наш город».